Впервые автомобильное шоу в Лос-Анджелесе было проведено в 1907 году. А сегодня эта выставка одна из самых крупных в автомобильном мире Соединенных Штатов. Увидеть все самое стильное, концептуальное и экологичное можно в ближайшую неделю в Лос-Анджелесе. Изысканность линий в сочетании с удобством и экономичностью машины будущего – это не просто средство передвижения. Вслед за Илоном Маском и его ультрамодным калифорнийским детищем Тесла ставки на электрокары сделали Range Rover и BMW. Кстати, BMW iVision Dynamic и пророчат в главные конкуренты Tesla Model 3. Дебютантка выставки, обновленная Infiniti, четырехцилиндровый двигатель работает в ней на все шесть. Этот автомобиль остается в одной полосе без управления водителя. Он может прибавлять газ или тормозить, чтобы сохранить дистанцию, находясь позади другого автомобиля. У этой машины, единственной в мире, двигатель способен менять компрессию в цилиндрах. Модель 2019 года на дорогах появится уже весной будущего года. Усовершенствовала свой кроссовер и Lexus. Уже в 2018 году их популярный ряд RX пополнится семиместными машинами. Toyota показала новую Camry. Toyota полностью переделала дизайн, как кузов, так и салон, высоту машины и ее размеры. Две главные новинки в ней – это шестицилиндровый двигатель с 301 лошадиной силой. И добавили к этому красный салон. Сделан он в гоночном стиле. Впервые свет увидела и новая Mazda. Правда, больше всего внимания привлек любителей селфи вот этот концепт-кар от Mazda. Целый концептуальный ряд от Volkswagen тоже удивил. Умные внутри, стильные снаружи. Премьера выставки «Суперкар FXE» от Aria Group, который, кстати, производится в Калифорнии. Компания специализируется на строительстве аэрокосмических деталей, потому «Суперкар» предстал на выставке в сочетании титана и карбона. У нас есть модель FE и FXE. Предполагаемая цена модели FE от 650 тысяч долларов. А вот на FXE точная цена пока неизвестна. Цена будет зависеть от того, что именно захочет заказчик. А вот Nissan подошел к презентации весьма творчески. Шоу-кары от создателей «Звездных воинов» в массовый прокат. Конечно же, эти версии не выйдут, но на шоу японский концерн наделал много шума. Автошоу в Лос-Анджелесе, хотя и не является основной премьерной площадкой, но его точно можно считать старейшей автомобильной выставкой США, которую посещают миллионы человек ежегодно, чтобы выбрать себе нового железного коня. Ангелина Багдасарян, Вазген Варжебетян. Настоящее время. Америка. Лос-Анджелес.